Привет, мои дорогие друзья! Сегодняшний ролик хоть и вышел 1 апреля, но к 1 апреля никакого отношения не имеет, никаких шуток в нем не будет. Друзья, я хочу вам просто представить три интервью. Я бы даже сказал таких антикризисных интервью, по которым вы можете... Ну, возможно, создать свое какое-то впечатление о сложившейся ситуации, о возможностях ее выхода, ну и вообще, чтобы вы были в курсе. Я, наверное, буду продолжать такие вот ролики делать. Я надеюсь, что этот ролик вам понравится с точки зрения как бы полезной информации. Вашему вниманию, значит, это представляется Дмитрий Безяев, пермская разводня, его видение ситуации, какие есть проблемы, значит, ну, какие-то предполагалки в будущее. Это компания Bifine, астраханский завод кормов. Что сейчас с кормом, будет ли он, не будет, что с ценой и так далее. И Михаил Мигерин, это Arapaima Style, это поставщик, ну, это разводчик и поставщик рыб сюда, импортер, точнее, рыб сюда в Россию. Из-за границы. Тоже его мнение, видение ситуации. Ну и благодаря этим трем интервью, я надеюсь, вы сможете составить свою картинку и спланировать свои будущие действия. Я имею в виду разводчиков, ну и также простых людей, которые содержат аквариумы. Дмитрий, добрый день. Андрей, беспокоит русские аквариумы. Да. А, у вас уже вечер, да? Не, у вас день еще. День у вас еще. Нет, у вас еще день, да. Дмитрий, у меня к вам несколько вопросов, связанных с текущей ситуацией. Ситуацией, ну, в экономическом плане, да. Вот нас, разводчиков, аквариумистов, интересуют такие вопросы. И, например, что будет дальше с рыбками? Как будет этот рынок развиваться, на ваш взгляд? Ну, ваше экспертное мнение, как бы, хотим услышать. В этом направлении. Ну, давайте начнем с того, что я все-таки не эксперт в экономике. Я могу только какие-то предположения. Хорошо, сделать. Ваше практическое мнение, вы все-таки руководите крупнейшей, значит, фермой аквариумных рыбок в России. И так или иначе влияете на этот рынок и можете все равно подсказать. Ну, нас интересует ваше мнение, да, Дмитрий? Вот. Как вы думаете, что будет с рынком рыбок? Ну, смотрите, рыбок, вот, ну, вот вы разводите рыбок, например, барбусов суматранских, я не знаю, ну, просто ширпотреб, что с ним будет вообще? Да. Спрос вырастет, упадет, как вообще, как сейчас у вас с этим дела обстоят? Так, ну, расскажу, как у нас сейчас обстоят. Значит, мы как рыбу разводили, так и разводим, как продавали, так и продаем. То есть по некоторым регионам вот непонятная ситуация, то есть кто-то стал покупать меньше, кто-то наоборот стал покупать больше. Понятно, что сейчас все дорожает, и наверное, многим людям вот прямо на сегодняшний день, ну, не до рыбок. Но если человек аквариумист, если у него дома есть аквариум, ну, надеюсь, не дойдет ситуация до того, что люди начнут сливать аквариумы и убирать их на балкон до лучших времен. То есть пока такого есть, если... не наблюдается? Ну да, то есть если импортная рыба подорожала вот сейчас существенно и есть перебои с поставками, ну, наверное, человек подумает, покупать ли там птеригоплихта за 700 рублей в магазине, да? Угу. Но... Данио-то за 50 или там за 35 рублей он сможет купить. Угу. Поэтому я думаю, что кто рыбок держал, те и будут держать. Угу. Вот. Ну, не будет у нас тетровских кормов. Ну, мотылем на мороженом накормим российским. Угу. Так ведь? Угу. Давай к кормам чуть-чуть попозже. Сейчас вот скажи по поводу импорта. По поводу ввоза рыбы. Вот эта ситуация с перебоями вот поставок рыбок из-за границы, она как-то нам поможет? Или наоборот? Ну, как кому? Разводчикам? Да, конечно. Ну, аквариумистам, российским аквариумистикам, разводчикам, которые рыбу эту делают, там, продают. Покупатели, понятно, там,
Будут деньги, купят рыбу. Не будут денег, не купят. Ну, как поможет? Ну, я вот только что об этом сказал. То есть импортной рыбы стало мало, и она стала дороже. Угу. Поэтому нашу рыбу покупают в прежнем объеме, то есть всю полностью. У меня нету избытков, то есть мы до сих пор пытаемся расшириться, вот, несмотря на новые цены на материалы. То есть мы стараемся. Я думаю, что отечественную рыбу будут покупать, как покупали. Вот. А ситуация вот с перебоями для разводчиков, она же тоже двоякая. То есть где взять там новые виды рыб или производ, который ты случайно потерял. И вот мне сейчас как разводчику, ну, блин, дороговато покупать там каких-нибудь радужниц, производителей, которых я люблю, там, и хочу новые виды разводить, там, ну, не знаю, по 120 рублей, например, за какого-нибудь псевдомугила, да, их надо купить 400 штук в пакете. И вот я уже думаю, а надо ли мне этого нового за такие деньги или нет? А дальше будет вопрос... А вообще, смогу ли я купить их хоть за какие-нибудь деньги, чтобы у меня в коллекции появился новый вид? Вот. Потому что логистика-то ведь вся нарушена, половина авиакомпаний в Россию не летают. Вот. И это не восстановится еще долго. Поэтому, с одной стороны, для разводчиков хорошо, с другой стороны, для аквариумистов-любителей, ну, про новинки придется забыть на какое-то время. То есть, ну, то, что разводится, будет в достатке, как бы, да? Ну, ведь эта ситуация только начала развиваться. То есть, сейчас нет понимания, чем мы будем кормить. То есть, если в домашнем аквариуме накормить там 30 или 50 рыбок подручными кормами, там, сделать фарш, еще что-то, проблем не составит, то вот для меня, если не будет промышленных кормов, там, Легуасанта, Биомара, там, или еже с ними, для меня это будет большой проблемой. Ну, а российские производители кормов ты не рассматриваешь? Я их пытался рассматривать лет 5 назад, не знаю, изменилось что-то или нет, но на тот момент меня качество не устроило. Вот. То есть мой компаньон предложил, говорит, давай наймем повара и будем на все хозяйство. Ничего смешного, это всерьез. Нанять повара и делать омлеты с различными добавками для разных видов рыбы. То есть человека на зарплату, 2 сотни, там, 3 сотни яиц в день, и вот так кормить. То есть это у нас рабочий вариант, если не будет промышленных кормов. То есть это закупить какие-то большие чаны, там, да, мясорубки, я не знаю, там... Да, оборудовать какой-то... свою кухню и специального человека, который будет готовить корма. Ага, то есть это вы сейчас как бы... прорабатываете такой момент. Да, да. Интересно, интересно. Ну, на самом деле, есть еще загвоздки, то есть, которые пока непонятно, как решить. Ну, логистика наладится, и надеюсь, там через месяц-два это все решится. Но на сегодняшний день, например, негде купить резинки, вот эти канцелярские, которыми мы закрываем пакеты. То есть у нас расход этих резинок примерно 10 килограмм в месяц. Мы их покупали по 800 рублей за килограмм. Последнее предложение на Валбересе было 4000 за килограмм, сейчас они пропали. Да ты чё? Ну и сейчас да? И Вайлберис что-то там рухнул. Да, слышал я такое. Ну, то есть, если мы не найдем, чем упаковывать пакеты, то поставки на дальние расстояния, там, в Москву и так далее, там, в Красноярск, они просто прекратятся. То есть, ну, нарезанные камеры от велосипеда хорошо не закроешь. Ну, прости, я просто смеюсь. Это истерический смех, как бы, да. Ну, а слушай, а эти стяжки какие-нибудь, или вот эти, знаешь, клипсаторы, которые как у... Да, ну, мы еще не прорабатывали этот, что будет, если все кончится. То есть пока на пару месяцев там запасы есть, надеюсь, что резинки-то появятся в продаже. То есть для тебя это тоже было неожиданностью, все это дело? Ну, конечно. То есть мне до сих пор не ответили, сколько будет стоить пенопластовая коробка. То есть последний раз,
после в этом году, после повышения цен, я закупал пенопластовые коробки по 600 рублей. Угу. Сейчас мне уже третий день не могут посчитать. Угу. Вот, поэтому мы-то готовы работать, как работали, а вот как будет ситуация в целом, угу. Что еще, какие неприятности выплывут, угу. Ну, это непонятно. Я понял. Дмитрий, спасибо большое за интервью, за то, что уделили время. Всего доброго. Да не за что. До свидания. Антон, добрый день. Добрый день, Андрей. Подскажите, пожалуйста, в условиях вот сегодняшнего кризиса, если можно так это назвать, все корма на рынке подорожали, которые мы знаем, там и Тетра, и Коппинс, я имею в виду рыбные корма. А вы, поскольку производитель, российский производитель кормов для рыб, хотелось бы узнать, и мы, кстати, пользуемся вашими кормами, значит, хотелось бы узнать, как у вас обстоят дела с производством, как вот эта вот ситуация на вас повлияла или повлияет ли, стоит ли нам бояться и так далее и тому подобное. Ваши мысли на этот счет. Сейчас, в данный момент, предприятие работает на полную мощность. Мы загружены на 100% и даже больше, чем 100%. Стоимость корма увеличилась у нас где-то порядка на 30% вследствие того, что очень сильно подорожали ингредиенты, из которых изготавливается корм. А ингредиенты — это российские ингредиенты? Там же вы говорили, что у вас есть вот как быть с микроэлементами, всякими витаминками. Это российские ингредиенты, которые выросли в цене. В частности, рыбная мука подорожала от 30 до 70% в зависимости от качества. А рыбная мука – это основной компонент. То, что импортное было, вы его заменили на российское или как? Или пока еще есть? Китайские аналоги. В частности, это аминокислот. Они лучше, хуже? Будем тестировать, смотреть. Ага. Другого выхода. Тут как бы безвыходная ситуация. Я понял. То есть корма будут, как бы, да, даже если пропадут все вот эти вот иностранные с вашей стороны, они, ну, пока все нормально. Да, ну, конечно, совершенно верно, корма будут. Единственное, вопрос объемов, ага. Которые завод может изготовить, может обеспечить и передать потребителю. То есть завод работает. Мы сейчас делаем все возможное, чтобы все потребности были удовлетворены. Скажите, ваша идея по поводу изготовления кормов меньше 2 миллиметров, она в какой стадии? Она затормозилась, она ускорилась? Вообще ожидать нам, не ожидать? Она пока что приостановлена вследствие того, что не успели нам поставщики поставить оборудование. Мы рассчитываем на то, что оборудование все-таки будет доставлено и впоследствии будет у нас стартовый корма в частности. То есть мы будем ждать пока, да? Да. Антон, я желаю вам процветания. Вот. Спасибо большое. Желаю, чтобы у вас все хорошо было. Спасибо вам за маленькое интервью. Спасибо. Всего хорошего дня. Михаил, добрый день. Добрый день. Подскажите, пожалуйста, вот у нас сейчас ситуация такая, да, возникла, ну, всем известная. Подскажите, пожалуйста, как с импортом рыбок дела обстоят? Летают ли самолеты? Ну, я понимаю, Европа закрыта, но Азия, наверное, открыта. Летают ли самолеты? Есть ли проблемы с доставкой рыбок? Значит, что ждать, куда смотреть? Вообще, как будет, что планируется, что, ну, предвидите ли вы что-то в будущем, плохое, хорошее и так далее? Ну, значит, обстановка-то, она, как и везде, в общем-то, одна сплошная неизвестность. Нет, самолеты не летают, карго закрыты, то есть рыба вообще полностью сюда пока не поставляется. То есть там была одна поставка, но она там просто прошла, потому что успели. Даже из Азии?
из Азии, не даже, потому что это же летают, в основном это все Emirates, это они все находятся под санкциями. То есть все компании, которые летают, они все находятся под нашими санкциями. И я скажу так, что из Европы, наверное, даже на данный момент рыбу легче привезти, ну, то есть сухопутным путем, понятно, что не самолетом, то есть если надо, просто цена будет это легче, чем из Азии. Потому что из Азии все самолеты, они же в основном рейсы не прямые. Они все были через Франкфурт, через это, ну, даже прямые те все, ни Китай, никто, ничего не летает. И в перспективе сказать, как, до какого это все времени, сейчас невозможно. Потому что, ну, все гадают, что через месяц, через два, на самом деле, никто не знает. То есть, ну, из-за общеизвестной этой политической обстановки. Поэтому импорта вообще никакого нету, цены сумасшедшие. И даже, думаю, если все это разрешится, и самолеты начнут летать, ну, каким-то образом, там, ну, какими-то кривыми рейсами, это все равно это все будет в два раза дороже, потому что только из-за того, что самолеты будут дороже. Потому что, ну, из-за этой ситуации они уже подорожали. А еще будут, наверное, в два раза дороже. И доллар здесь абсолютно ни при чем. То есть к доллару тут, потому что 90% это дорога. Поэтому рыба дороже будет, это уже по-любому. То есть вот так вот, вкратце. А что ваша компания в связи с этим собирает? Ну, у нас был большой запас по рыбе. Вот, мы так вытащили. Но мы много держимся, то есть из-за того, что у нас много региональных, это мы-то продержимся, то на крупной рыбе, там, на разводном дискусе, то есть все это есть, как бы, ну, то, что надо, рыба какая-то, ну, по минимуму все это будет. Да и ну, у нас и запас был хороший, но я опять же говорю, что цены, по этим ценам народ не спешит все это брать, продавать как бы дешевле, потому что вот я там последнюю рыбу брал, там, да, там уже доллар 120 был, там мы успевали получать, и самолет дороже, то есть, ну, рыбу-то получили, но цены там были уже сумасшедшие. Ну, что-то будут разводить, что-то это, как и везде будут стараться делать какое-то импортозамещение, но все равно какие-то щелочки найдем, как все это протащить, как это по-любому не может, но это быстро это точно не будет. Я понял. Пока, в общем, предсказать что-то в будущее вообще сложно. Да, ну, если бы я мог бы предсказать, я бы вообще предсказал, потому что доллар будет 30 или... То есть, нет, конечно, нельзя. Никто не знает, все только догадываются. И все, кто что говорит, все это ерунда, никто ничего толком не знает. Потому что сами авиакомпании не знают, потому что они также несут убытки. Им сказали, вот одно время сказали не брать... то есть возить только лекарства и еду на Россию, а сейчас я, насколько знаю, что и это что-то там запретили некоторым авиакомпаниям возить, то есть уже ну, такая ситуация. А если возить через эти страны, как говорят, что через Казахстан, через Армению, ну, то есть на Казахстан она уже в два раза и так, по сути, прилетает без этой дороги до нас, в два раза дороже. Рыбы в Казахстане, ну вот они, я не знаю, в чем это связано, но, например, если рыбу из Таиланда на Казахстан отправлять, она уже в два раза дороже будет. Это тоже просчитывали, то есть это тоже не вариант. А, ну получается, Казахстан как бы остается пока еще лазеечкой, да, такой? Ну, она остается, но она такая лазеечка, опять же, ну, условная. Да, да, да. Потому что туда привезти это одно, а оттуда вывезти двое суток дороги. Казахстан-то он тоже там, страна-то будет здоров какая. Туда привезти, это опять же, это таможенный, ну, то есть это тоже, она такая условная, то есть там цена-то будет очень огромная. Ага. То есть, логически так условно назвать можно. Понял, Михаил. Спасибо за интервью. Да, не за что. Если что-то будет интересное, я обязательно сообщу. Хорошо, ждем от вас. Все, до свидания, Андрей, до свидания.